О, нет, 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 я так надеялся, то, что это все был сон. Нет, я опять проснулся в этом безумно мертвом новом мире. Ой, ну ладно, ладно, все, не буду расстраиваться, не буду ныть больше. Нужно сосредоточиться, браться и как-то постараться выжить. Ох, как я до сих пор скучаю по новым видосам Эдисона. Вот честно, если бы сейчас вышло какое-то новое видео, то я бы прямо сейчас поставил на него лайк. Я всегда хочу новые видео, всегда жду новые видео, но... Ну нет, больше на планете нету ни света, ни интернета. Как же я буду смотреть? Ну, лайк бы я всегда поставил. Ну ладно, все, не буду ныть. Нужно собраться и придерживаться плана, который я придумал вчера. Этого фрагмента карты, конечно, сейчас нету, не хватает, но я нахожусь где-то вот тут. Если я хорошенько помню, то я собирался пойти в этот отель, мотель, или что это вообще такое. Может, тут будет какой-то транспорт с бензином, который я смогу использовать и добраться до своего дома. Хоть я, в принципе, не представляю, где я сейчас нахожусь. Ох, ну, попытка не пытка, нужно постараться. Еда, у меня есть еда. Нужно одеться, нужно что-то приодеть. Новые какие-то вещички, которые я нашел. Труселя, труселя всегда полезны. И также штаны прежнего владельца. Еда, хватит ли мне еды на сегодня и на завтра? Я очень надеюсь, жажда мучает. Хоть немного попью. Так, может эта печка еще до сих пор работает? И может я смогу пережарить вот эту картошку? Да, замечательно, замечательно. Пустые бутылочки я смогу, не знаю куда бы их выложить, положить. Ах, куда-то потом, может вот тут сундуки. К большому сожалению, гараж не работает. Может этот мотоцикл... Нет, этот мотоцикл тоже не работает. Наверное, нету... Да, нету бензина. Нужно идти бензин и как-то постараться открыть вот этот гараж. Я не знаю, может проломить вот тут дыру с помощью какой-то взрывчатки. Не знаю, не знаю. Но мусор я, наверное, буду выкладывать куда-то сюда. Или же я могу с гаража забрать... Вот этот сундук и поставить его куда-то то ли на кухню, то ли на второй этаж. Вот сюда и тут складывать ненужный мне мусор. Ну ладно, слава богу, на улице утро. Я надеюсь, пожалуйста, пожалуйста, никого тут нету. Нет, 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 пока что никого тут нету. Так, если я хочу пробраться в отель, мне нужно какое-то оружие. По идее, там должно быть большое скопление зомби. А вот этот ножик не совсем сильный и вряд ли он поможет мне там выжить. Я, когда вчера проснулся, я помню, пробегал возле полицейской машины, которая находилась возле этого дома, там, где я проснулся. Возможно, там будут какие-то припасы или, может, оружие, которое оставили полицейские, которые просто-напросто разбежались. Но, ладно, ладно, что мне делать? У меня выбора просто нету. Нужно двигаться дальше, нужно продолжать развиваться и... что-то придумывать, потому что в этом доме я долго не проживу, тем более без еды. Но надеюсь, тут что-то хорошее. Так, вижу одного зомби, но у меня уже есть опыт сражений с ним. С ними, с этими, не знаю, как их называть, но буду называть зомби, ходячие. Так, пока он меня не заметил. Он меня пока что не заметил, будем проверять. Есть ли тут что-то? Нет, тут ничего нету. Возможно, в этой машине есть бензин, я смогу отсюда свалить! Нет, 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 почему нигде нету бензина? Так, 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 он меня еще до сих пор не заметил. Пожалуйста, пожалуйста, какие-то припасы. Ну что же то они должны были оставить, полицейские. Нет, ничего нет. Ничего нет. Так, еще вот тут нужно будет проверить. Так, он меня... А, да, заметил, ладно. Так, пожалуйста, пожалуйста. Так, охренеть просто. Да, не повезло чуваку. Так, мне не повезло то, что я 3 месяца в коме лежал, но голову хотя бы не потерял. Так, может я его проверю, может у него в карманах есть какое-то оружие? Да, есть! Пистолет! Ого, боже, храни вот этого, храни душу этого мертвого, не знаю, кто это, полицейский, солдат какой-то, но он мне спас жизнь. Так, 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 нету патронов, может тут где-то будут какие-то припасы. Нет, ничего нет, пожалуйста, 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 да, есть, есть! Один магазин с патронами. Да! Сколько у меня? Мне 17 патронов. Это очень, очень мало, немного, но мне кажется, эти патроны смогут спасти мне жизнь. Так, сейчас путь мой лежит вот туда. Там находится отель. Я надеюсь, то, что я благополучно смогу туда добраться и не встречу проблемы на свою 5-ю точку. Так, лучше я этих трогать не буду. Ой, опять эти трупаки.
Опять эти трупаки. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, 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 нет. Пули нужно экономить. И в большинстве случаев я лучше буду использовать оружие ближнего боя. И даже, может, лук. У меня есть 10 стрел, может, он мне поможет. Нужно, конечно, тренироваться в стрельбе, но патроны я буду очень хранить. Так, вот сейчас как раз потренируюсь. Этого зомби мне 100% нужно убить, чтобы пройти дальше. Он меня... Нет, иди... Так, он меня заметил, не заметил. На, один попал, 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 попал. Ну, вроде стрелок с меня не очень такой плохой. Так, фух, уже темнеет, темнеет, темнеет. Нужно как можно быстрее найти укрытие. Так, один зомби. Один зомби. Пока что вижу только одного зомби. Опять техника военных. Больше никого не вижу, зато вижу один автомобиль, второй автомобиль и третий автомобиль. Возможно, возможно, один из них будет рабочий. Так, так. Но мне 100% также нужно убить этого зомби, чтобы пройти дальше. Иди сюда, иди сюда. Так, 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 так. Еще один зомби наверху, но он меня не заметил, он меня не заметил. Пожалуйста, 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 бензин, пожалуйста. Опять нету. Ну хотя бы, не знаю, на ходу эта машина. Мне кажется, на ходу только бензина не хватает. Так, еще одна машина, пожалуйста, ну хоть где-то, ну хоть где-то. Да нет, ну почему везде нету бензина? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Опять и тут нету, вообще нигде нету. Так, зомби, 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 зомби. Хорошо, что он меня не заметил, хорошо, что он меня не заметил. Я туда даже не буду идти. Я туда даже не буду идти. Нужно найти бензин. Бензин. Может, где-то тут есть бензин. Это же мотель. Это же мотель. Тут полно техники. Возможно, где-то тут что-то будет. О! Это что? О, курточка. Нашли белье кого-то, кого-то, кого-то. Замечательно просто. Так, дальше. На всякий случай пистолет. Если на меня кто-то вдруг нападет, то у меня будет пистолет. Так. Нужно бы еще фонарик найти, или я не знаю, факел какой-то. У нас есть факел, но не хочу я тут ничего освещать, а то у меня еще будет очень видно сдалека, поэтому аккуратней. Так, тут у нас что-то есть в шкафчиках, может тут есть какая-то еда. Есть еда, сырая рыба и томатный сок. Замечательно, замечательно, просто замечательно. Так, у нас тут что-то есть. Ой, боже, 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 боже. Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет. Еще одного такого случая я точно не выношу. Я не выдержу, просто сердце не выдержит. Ой. Ой, чуть сердце в пятки не ушло. Ой. Ой. Так, двигаемся дальше. Не нужно останавливаться. Сейчас вообще опасно на улице, ночь. Нужно двигаться дальше. Так, один зомби. Один зомби, везде забаррикадированы двери. Сюда я вряд ли смогу пройти, но вижу там свет. Может, там что-то будет. Так, я... Все, стрелы кончились, стрелы кончились. Так, 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 тут ничего, тут ничего. Вот, тут что-то есть. Так, я не хочу опять... Не хочу опять напугаться. Никого? Да, тут больше никого нету. Фух, так, что это за комната? Похоже на комнату какого-то, я не знаю, ученого, химика. Пожалуйста, пожалуйста, что-то... Ничего, 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 ничего. Нет, спать я сейчас точно не буду. Спать я сейчас точно не буду. Так что это? Коктейль Молотова. Что-то ученый тут нахимичил. Что-то наварганил. Мне кажется, он нам пригодится. На самый экстренный случай. Так, тут больше ничего нету. Ничего нету. Фу, нужно двигаться дальше. Я там вижу еще какой-то свет. Может, там тоже что-то будет. Может, там тоже что-то будет. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ой-ой-ой. Тут баррикад нету, нет, не хочу я туда идти, не хочу я туда идти. Там света нету. Ой, как тут же темно, я ничего не вижу, мне действительно фонарик нужно найти. Фонарик или не знаю. Ой, так, так, дальше прохода нету, дальше прохода нету. Что-то покушать. Голодать нельзя и также попить, а то жажда просто мучает. Ой. Ой, бедный, бедный, бедный. Так, ну ладно, ладно. Ладно, но нужно убедиться, нету ли тут никого. Нету ли тут никого. Нету. Так, 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 так. Что тут у нас? Душ. Душ и ванная комната. Я 3 месяца был в коме. 3 месяца был в коме. Мне бы действительно не помешало принять хотя бы небольшой душ. Чем... О, телефон. Ах, телефон. Я не знаю, зачем мне пригодится телефон в зомби-апокалипсисе, но может...
Может, я с ним что-то смогу делать. Так, нужно еще проверить. Серьезно, я понимаю то, что ты застрелил себя, убил, и тебя тут сожрали. Ой, я бы принял ванну, принял душ, но как бы... О, вот, я смогу обезопасить вот это место, хотя бы немного, пожалуйста, я... Как бы мне тут что-то сделать? Может, если я смогу поставить, немного осветить, если я смогу сломать вот этот диван, сломать вот эту тумбочку. Вот. И, может, я смогу вот таким образом обезопасить вход. Да! Ой, мне прям легче на душе стало. Сейчас точно никто не сможет сюда пробраться. Я хотя бы его услышу или услышу звуки боли, как он будет кричать, когда будет сюда пробираться. Так, это можно выложить, это больше мне не пригодится. Это не пригодится, и вот это не пригодится. Тут больше ничего нету. Кастрюля. Зомби-апокалипсис, кастрюля. А может, я ее смогу одеть на голову? Может, она хотя бы сможет мне защитить голову? Да! Ну, какая-никакая, хотя бы небольшая защита. Так. Ох. Ну, хотя бы сейчас немного спокойно, но смогу тут постоять, подумать, что же мне делать дальше. Бензина нету, зато есть машины. Может, я найду какую-то заправку, смогу найти бензин, заправить машину и двигаться дальше. Но сейчас время немного подумать и отмыться от крови, пота и всего остального. Ладно, хватит, пора выбираться отсюда. Я тут ничего хорошего не встречу, пора возвращаться домой. Я знаю то, что тут есть транспорт, я знаю то, что я смогу его взять. Проблема в том, то, что нету бензина. Если я смогу его добыть, то проблем в принципе больше не должно быть. Так, ладно. Это можно сломать, и мне кажется, я смогу это забрать с собой. Принести домой, и вот это поможет мне. Может, я там как-то смогу обезопасить всю зону. Ладно, пора выбираться. Больше я тут точно ничего хорошего не встречу. Поэтому следует идти домой. Коктейль Молотова. Ну, хоть одна полезная находка, Одна проблема в том, что у меня больше нету стрелы, я не смогу использовать лук. Одна стрела — это не вариант. Поэтому на всякий случай я сразу возьму пистолет, чтобы отбиваться. Так, ладно. Идем домой. Ой, жена, сын. Боже, нет! Откуда вы тут залезли? Так, нет, пожалуйста, нет! Ай, откуда они тут залезли? Так, тут есть ход. О, нет, это еще кто? Нет, боже. Они меня загнали сюда. Так, как мне отсюда сейчас выбраться? Так, они вроде разошлись. Так, я не знаю, что мне делать дальше. Откуда они вообще там взялись? Ой, нет, сейчас башка вообще не варит. Мне кажется, нужно переждать эту ночь, а утром я уже решу. Я и так чуть ли сейчас не умер. Использовал практически все свои патроны. Шесть патронов. Нет. Так, все, башка и так не варит. Я высплюсь. Ох, и завтра подумаю, что же мне дальше делать. Боже. Ой, почему тут в этом трейлере нету хотя бы компьютера? Сейчас бы всю эту ситуацию спас новый видос Бэддисона, честно. Хоть зомби-апокалипсис на дворе, но я бы посмотрел его новый видос, и хотя бы на процентов 10 мне стало бы легче. Но... я бы ему поставил лайк прямо сейчас, но даже компьютера нету. Какой компьютер? Меня сейчас только что не убили. Я опять думаю о играх, о компьютере. Так, все, башка взрывается. Посплю, завтра решу, что мне делать. Ой.